20 ноября в Казанской духовной семинарии пройдет 22-я международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки. Традиционные и новые взаимосвязи». Конференция посвящена 300-летию духовного образования на Казанской земле и призвана привлечь внимание жителей Казани к трудам выдающихся выпускников Казанской духовной академии и семинарии. На конференции будут представлены научные исследования в области православного богословия, церковной истории, исламоведения и других гуманитарных наук. Желающим принять участие в конференции необходимо в срок до 30 сентября подать заявку в оргкомитет конференции. Адрес: Казань, улица Челюскина, дом 31А.